Дякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Сьогодні ми говоримо про фотографію, а тому я впевнена в тому, що ви погодитесь, аби фото вийшло класним, потрібні не лише класні локації, не лише мати гарний вигляд, але й треба, щоб поруч був спеціаліст, фотограф. Тож до нас на гостину ми запросили черкаську фотографку Яну Крутко. Привіт, Яна. Здравствуй. Знаєш, найперше запитання, от професія фотографа, чим вона тобі особисто подобається? Ну, на самом деле, я ее не выбирала. Вот изначально я ее не выбирала. Но как-то так в жизни получилось, и оно все закрутилось. И, наверное, больше всего вот эмоциями, людьми. Угу. Вот, потому что я пробовала и фуд-съемку, и пробовала и природу снимать, но не пошло. То есть мне живой человек в кадре очень важен. Коли можна спілкуватися, да, щось да, обговорювати, да. Так? Ну, даже не в этом дело. Вот когда ты видишь человека с той стороны, который не всегда он тебе, ну, ага. Он себя видит. Когда ты что-то открываешь в нем, показываешь, вот другие эмоции. Вот это вот, наверное. Як можна розкрити людину? Тому що є категорія особистостей, котрі на перший погляд можуть бути впевненими в собі, але вони бояться камери. Вони, знаєш, починається якийсь такий момент, вони не знають, що потрібно робити. Як ось в таких ситуаціях дієш? Ну, изначально я стараюсь общаться, и вот перед съемкой, да, особенно если это свадьба, лавстори, мы встречаемся с ребятами несколько раз, и иногда невесты приходят сами, бежат. Нет, это большая ошибка, приходить всегда нужно парой, потому что когда два человека, есть такой психологический некий контакт происходит, когда ты перестаешь бояться вообще человека изначально, mm-hmm. а потом уже и камеру, вот, и изначально я стараюсь... Как так сказать, вот, чтобы человек почувствовал в своей среде, он себя чувствовал максимально комфортно. То есть, если это, например, если ребята эмоциональные, открытые, вот так и снимать. Если они немножко такие романтичные, меланхоличные, где-то вот тоже вот, и стараться словить, вот, чтобы они отыграли, потому что, ну, фотография это все равно, как ни крути, это немножечко как театральная постановочка. Да. Вот, и как бы, вот, нужно создать те условия, которые, в которых они проигрывают те же самые ситуации, те же эмоции, то, как и в жизни, потому что если люди... Например, не целуются, не обнимаются, заставить их на камеру, это будет дискомфортно. Да, дискомфортно будет. И вот когда человек будет смотреть на эти фото, он не верю. Вот это не верю. Вот это, наверное, самое основное. А як ти спілкуєшся? Ти от в який момент обираєш там більше такої суворості? Так, друзі, ну там посміються, чи ти жартуєш з ними? Який у тебе конкретно підхід? Я так розумію, що тобі треба буде ще не просто фотографом, а певним психологом навіть. Так, да, є такий нюанс. І іноді от ребята говорять, що так, ну ви ж фотограф, давайте, веселіть нас. Ну, извините, я фотограф, а не обезьянка, которая руками фотографирует, ногами жонглирует. Нет. Но есть такой некий момент, когда я стараюсь прочувствовать людей, и иногда им нужно жестко. Так, встали, пошли, сделали, потому что они даже просят нам пожестче, пожалуйста. И некоторые, с которыми очень такой дружественной, с такой теплотой, вот давайте так вот, а давайте так, а вот сюда. И они вот на такой энергии больше взаимодействуют с камерой и с тобой по-разному. Вот нет такого понятия, что вот есть или так, или так, или так. Вот я фотограф, я вот так себя веду по-другому. Нет, люди насколько разные, насколько вот эти все тонкости, они очень... Ти знаєш, що мені подобається у твоїх фотографіях, а це те, що там є якась певна емоційність. Тобто це не просто фото, де людина стала, там усміхнулася і класно, так, сфотографували. Щось передається. От коли ти дивишся на фото, от ти неначе відчуваєш якусь певну емоцію. Це твій такий стиль? Ти спеціально так намагаєшся у кожній фотографії додати якийсь певний підтекст, щоб і глядач також щось відчув? Ні, це, ну, ізначально от в роботі то, що я считаю, что фотография, да, нет, как сейчас я попытаюсь объяснить, есть вот прожить, когда люди проживают тотально момент здесь и сейчас. На самом деле это очень тяжело, но есть в этом какая-то своя философия, и для меня это очень важно в фотографии, чтобы человек максимально вот раскрылся, максимально был собой. Вот, и я стараюсь, вот у меня есть просто такое ощущение, я чувствую людей, я стараюсь вот чувствовать, прочувствовать. Если я, например, люди закрыты, да, и я не чувствую, я стараюсь больше встреч проводить, чтобы прочувствовать человека, как, знаете, как зарядка, подключиться к нему, mm-hmm. вот примерно вот так вот.
Ще один момент, дуже важливий, мені здається, для кожної особистості, котра хоче рости, це момент самовдосконалення. Тому що якщо ми всі подивимося наші перші роботи, відповідно, ми побачимо і тепер ці крайні, ми побачимо все ж таки якусь значну різницю. Як ти самовдосконалюєшся? Ізначально, мабуть, я когда вот в этом есть такой момент, когда ты посмотришь там лет 5, открываешь, боже, какие цвета классные, о, супер. А бывает такое, что это нужно удалить. Ну, как бы есть процесс обучения. Но это клево, когда ты смотришь, проходишь, годы идут, и ты видишь рост. Потому что если бы его не было, это было бы печально. Плюс мастер-классы, куча роликов, вебинаров в Ютубе, да, видео каких-то, семинаров. Все в этой сфере, и как фотографии, как там, я не знаю, все, что касается бизнеса, цвета, даже вот есть отдельные семинары там по цвету, по восприятию, психологии, вот, ну и так далее. Вот в таком. А є момент, наприклад, тебе якоїсь певної критики, коли ти дивишся на серію фото, яких ти зробила, наприклад, портретки там чи ще щось, і ти починаєш жорстко так до себе придиратися, там тут не так світло виставлено, тут не так людину виставила. Ну, в міру, я, звісно, кажу. Такий момент самокритики присутній. Так, є, якщо раніше я вважала, що я так кльова, такий внутрішній критицизм, то сейчас я стараюсь от этого избавляться, потому что когда человек критикует себя, да, он начинает критиковать во всех сферах своей жизни. Вот тут не так, вот тут не так. И получается, ты акцентируешь внимание только на негативе. На самом деле это очень разрушающая такая функция в человеке. Поэтому я стараюсь смотреть максимально с позитивной точки. Вот тут есть вот эти хорошие моменты, вот тут вот эти. Я понимаю, так, тут не дотянул. То есть какой-то такой, вот если критика, то она должна быть конструктивная. Mm-hmm. И я очень люблю, когда мои там подружки, друзья, которые смотрят, ну, разбираются в фотографии, они смотрят, вау, типа, так, вот тут клево, а тут, ну, не дотянуло там, или здесь не хватает воздуха, или еще что-то. А вот когда это конструктивная критика, ты понимаешь, что да, и она заходит, ты понимаешь свои недочеты и в дальнейшем пытаешься их исправить. Вот такую критику я люблю, а остальное нет, она разрушительна. Наскільки для тебе важливо, щоб тебе хвалили, щоб сказали, що твоєю роботою насправді, що вона дуже подобається, що ти геній, що все класно. Наскільки для тебе це важливо? Я іноді думаю, що це основне взагалі в роботі творчій, тому що от іноді я так устаю в обробці, в цих зйомках, просто зашиваюсь сутками. І коли є обратна зв'язь від дівчинок, Яна, ти просто... І от така от петиція... Окриляє, да? Так, це дуже окриляє. Ти така, блін, як приємно. Ну, ти не можеш в сообщенні виразити всіх цих емоцій, але таке відчуття, що з'являється ще багато енергії на те, щоб далі творити. І от... Иногда, когда я думаю, все, я каждый год думаю, я заканчиваю с фотографией. Все, это мой последний год, я больше не снимаю. Но вот такие вот сообщения, вот такая вот обратная связь, слова просто вот от людей, это понимаешь, что значит ты идешь по верному пути. Как так? Який етап твоєї роботи для тебе є найскладнішим? Я так собі думаю, як людина, яка кілька разів фотографувалася, про те, що там перший етап – це спілкування, там попереднє, можливо, другий етап – це безпосередня сама зйомка, і третій етап, можливо, ми як журналісти зі свого боку, ти як фотограф, це опрацювання цих фотографій, так, фото там, можливо, корекція якась певна. От що для тебе є щось складне? Чи так, це дуже-дуже прям складно, коли ти не знімаєш, от сезон проходить, і не знімаєш кучу свадеб. И вот выборка. С тысячи фотографий нужно выбрать, что, ну, без дублей, без брака, чтобы это вот красивая серия, как каждый кадр из фильма он смотрелся, чтобы человек пролистывал, да, даже быстро, и он окунулся в эту историю, окунулся в переживания, эмоции вот, своих друзей, близких, своих личных, да, если это молодожены непосредственно. Плюс вот обработка, выборка, цвет. Иногда я могу цвет крутить неделями. Вот я кручу, на следующий день просыпаюсь, давай, на следующий день просыпаюсь, нет. И вот пока я не дойду, о, мне это нравится, это хорошо, чтобы оно было все в серии, в одной красивенько. Плюс, наверное, вот этот психологический фактор, потому что когда человек приходит, говорит, я готова, я хочу, я то, когда вот человек с таким настроем приходит, очень легко и клево работать. Но если человек приходит,
я мужик, я не фотографируюсь. Ну, типа, мужики не танцуют, они фотографируются. Или, ну, что-то такое. Я первый раз, я не знаю, ну, давай так, ты так. И вот писать, да. Так. Ну, и ты ничего не можешь. У человека есть психологический барьер, ты не можешь переступить. И начинаешь разговаривать. И ты объясняешь, что давай так. Никто ж не укусит, никто не скушает. Это же, ну, попробуй. Как игра, это игра, да. То есть давай поиграем. И тогда человек немножко раскачивается. Ну, вот когда есть вот такие блоки, конечно, или вставочки, я мужик, я не... Ну, это... Тут пробиться, как шариком в бетонную стену, фактически. Але мені здається, що от кожна така, можливо, чимось складна зйомка, ну, робить тебе якось сильнішою, так, витривалішою, якийсь певний ріст можна побачити, тому що я тепер вмію спілкуватися з чоловіками, які не хочуть фотографуватися. Що не вбиває, робить нас сильніше? Ні, не в цьому. Наоборот, ти дуже багато енергії віддаєш, дуже багато. Ти прям от вкачуєш, але коли чоловік не приймає її, да, він раз оборвав, ты выходишь даже 2 часа съемка, просто такое чувство, что ты вагоны сутки разгружал. Вот я просто иногда после какой-то съемки сутки лежу в кровати, не могу даже шевелить, просто енергетично істощена повністю. Ян, дякуємо тобі за те, що завітала до нас на гостину, за те, що розповіла про свою роботу. Спасибі тобі велике. Пожалуйста. І вам спасибо. Дякую.